Блины – отличный вариант для завтрака. Давайте приготовим нежные, вкусные и очень тонкие заварные блины на молоке. В миску разбить 3 яйца. Добавить 1-2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку соли. Влить 100 мл теплого молока. Молоко подойдет любое, у меня топленое. Все перемешать миксером, можно венчиком, до растворения сахара. Нам понадобится 280 грамм муки. Сыпать через сито муку в несколько приемов и каждый раз перемешать. Тесто получается густое. Затем в 2 приема добавить оставшееся молоко 400 мл и каждый раз перемешать. Вот такая консистенция должна получиться. Теперь в тесто влить 0,5 стакана кипятка, перемешать и добавить 3 столовые ложки растительного масла без запаха. И снова перемешать. Оставляем тесто отдохнуть на 15 минут. Жарим блины без масла, только первый раз смазываем сковороду маслом. Каждый блинчик я смазывала кусочком сливочного масла. Блины готовы, наливаем кофе, чай и наслаждаемся. Я люблю блинчики со сметаной. Всем приятного аппетита! Завтракайте вкусно!